В этом видео будет распаковка и обзор защитного стекла для телефона Huawei P Smart. Заказал я себе из Китая. Сейчас делаем распаковку. Приехал в плотной пенопластовой коробке. Открываем коробку. Внутри запечатано в пупырчатом пакете. Давайте откроем и посмотрим. Здесь идет два пакета. Один черный, где нарисовано, как наклеивать стекло, и внутри идут салфетки для протирки. И идет само стекло. Стекло я заказал с белыми рамками. И здесь мне важно было, чтобы была полностью площадь покрытия телефона полностью. Так как у телефона идет экран 2,5D. Поэтому бывают такие защитные стекла, которые идут не по всей площади. Я выбирал специально, чтобы закрыло всю площадь экрана. Давайте примерим. Да, действительно закрывает всю площадь. Все подходит. Отлично. Давайте скроем этот пакетик, в котором идут салфетки для протирки. Посмотрим, что внутри. Здесь вот, кстати, нарисовано, как нужно клеить, все пошагово, то есть протирка влажная, протирка сухой, позиционирование стекла и разглаживание самого стекла. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри идет две салфетки и наклейки. Одна салфетка идет влажная, другая сухая, такая как микрофибра. И наклейки, но наклейками я не пользуюсь. Давайте сейчас я наклею. На этом останавливаться не буду. Если интересно, как клеить, ссылку я скину в описании под видео, как наклеить защитное стекло на телефон. Принцип везде одинаковый. Сейчас наклею и посмотрим, что у нас получилось. Ну, получился такой результат. Довольно-таки смотрится симпатично. Покрывает всю площадь дисплея. Ссылку на продавца я оставлю в описании под этим видео.